Добрый день, меня зовут Бартень Ивановна, я представляю компанию «Наука» Санкт-Петербург. Сегодня я бы хотела рассказать вам о нашем опыте использования ARGIS в автоматизации процессов эксплуатации технологических объектов крупного нефтеперерабатывающего предприятия. Для начала я хочу предложить вам рассмотреть жизненный цикл технологического объекта. Ни для кого не секрет, что жизненный цикл технологического объекта можно представить посредством следующей укрупненной схемы. На каждом из этапов жизненного цикла накапливается различная информация, такая как архитектурно-конструкторская, экономическая, эксплуатационная, технологическая и прочие виды информации. Современные информационные технологии позволяют накапливать данные в автоматизированном режиме, сохраняя все взаимосвязи, и рассматривать все данные как одно единое целое, цифровую модель технологического объекта. Актуальная цифровая модель технологического объекта позволяет в автоматизированном режиме отслеживать результаты периодического контроля и производственной ревизии объектов, осуществлять планирование ремонтов оборудования по срокам его эксплуатации и наработкам основных узлов, формировать различную ремонтную документацию, например, такую, как заказы на ремонт и дефектную ведомость, формировать заявки на закупку материалов и запчастей с учетом норм запаса и фактической потребности в соответствии с ремонтной документацией, а также осуществлять планирование и расчет предстоящих бюджета предстоящих ремонтов. Несомненно, все это помогает нам не только повысить срок эксплуатации технологических объектов на промышленных предприятиях, но и снизить затраты на эксплуатацию и уменьшить долю внеплановых ремонтов технологических объектов. Все это хорошо, если мы осуществляем проектирование, строительство и вот эксплуатацию новых технологических объектов с учетом современного представления о цифровой модели. Но что делать с уже существующими? Технологическими объектами? Такими объектами, этапы жизненного цикла которых по тем или иным причинам могли не быть вовлечены в автоматизированные бизнес-процессы на предприятии. Такие объекты, по таким объектам зачастую отсутствует информация ввиду того, что в момент ввода эксплуатации она не могла не регламентироваться. Возможно, часть данных находится на бумажных носителях в архиве предприятия. Часть данных может быть уже не актуальна ввиду поэтапности внедрения на предприятии тех или иных программных продуктов. А также могут отсутствовать взаимосвязи между данными, заносимыми в разрозненных автоматизированных системах. Для получения полной цифровой модели зачастую приходится формировать заново достаточно большие объемы данных по тем или иным объектам, которые отсутствовали, привлекать специалистов для оцифровки данных с бумажных носителей, поднимать информацию из архивов предприятия и подрядных организаций, а также разрабатывать новые интеграционные решения. Именно с такой ситуацией столкнулась наша компания при попытке сформировать актуальную цифровую модель на промышленном предприятии таких технологических объектов, как сети канализации и водоснабжения, а также кабельное хозяйство, автомобильные дороги и железные дороги. Наша компания осуществляла поэтапную разработку и внедрение корпоративной информационной системы на крупном нефтеперерабатывающем предприятии Северо-Запада. Немного предыстории к основной теме. Основная часть данных корпоративной системы находится и обрабатывается в СУБД «Информикс».
Корпоративная информационная система состоит из набора автоматизированных систем, каждая из которых осуществляет управление определенными бизнес-процессами предприятия. Такие автоматизированные системы, как, например, управление персоналом, управление материально-техническим обеспечением, управление ремонтами и реконструкциями, управление капитальным строительством, проектно-конструкторскими работами и многие другие. Все эти системы на предприятии объединены общей оболочкой и стандартизованным интерфейсом. Также наша компания осуществляла разработку и внедрение геоинформационной системы на том же предприятии. Изначально это был электронный генплан в настольной ArcView. Далее с приходом ArcGIS 9.2 были объединены все данные настольных, все данные электронного генплана, хранящиеся у каждого на локальных рабочих местах, и размещены в корпоративной базе данных СУБД MS SQL. А также была разработана надстройка для ArcGIS Desktop, в частности ArcMap, для возможности привязки графических объектов электронного генплана с учетными записями корпоративной информационной системы. Данная настройка позволяла пользователям, осуществляющим просмотр электронной карты, осуществлять поиск таких объектов, как, например, объектов недвижимого имущества предприятия, земельных участков, источников выбросов предприятия, источников вредных выбросов предприятия и многих других, и просматривать соответствующую информацию по ним из корпоративной информационной системы, а также электронного архива предприятия. Но главным недостатком это было ограниченное число пользователей, так как необходимо было лицензировать ArcGIS Desktop. С приходом ArcGIS 9.3 был разработан и внедрен инженерный портал, который предоставлял пользователям предприятия общий доступ к графической и корпоративной информации предприятия. На данный момент на предприятии установлено ArcGIS 10.4. Сейчас покажу следующим образом. Это у нас ArcMap. То есть специалисты, которые осуществляют непосредственный внос данных, с помощью надстроек привязывают данные корпоративной информационной системы. Пользователи инженерного портала сгруппированы по структурным подразделениям и используют каждый свой раздел для просмотра данных. Таким образом, у нас схема интеграции корпоративной информационной системы с геоинформационной системой стала выглядеть таким образом. Но в соответствии с современными требованиями по повышению эффективности деятельности промышленных предприятий перед нашим заказчиком стал вопрос об использовании пространственных данных непосредственно в автоматизации учета и эксплуатации существующих участков канализации, водоснабжения, наружных сетей, водоснабжения, кабельного хозяйства, автодорог, железных дорог. Соответственно, первоначально возникла идея о использовании инженерного портала для решения данной задачи, но наша компания пришла к выводу, что нецелесообразно переносить на инженерный портал существующий необходимый и достаточный функционал самой корпоративной информационной системы, а также недостатками были то, что специалисту по эксплуатации необходимо будет использовать различные ПО в своей оперативной деятельности. Так как достаточно большое количество кадров предприятия довольно
возрастные, переключение их с уже довольно привычных интерфейсов на новые интерфейсы достаточно трудоемкий процесс, и в данном случае мы встречаем отпор со стороны эксплуатирующих служб при внедрении решений. Поэтому наша компания решила использовать ArcGIS Runtime для разработки компонента и внедрения его в существующее программное обеспечение. Сейчас я покажу на примере канализации, как на данном этапе выглядит процесс построения моделей сети технологических объектов. В оболочке ArcMap'а для специалиста, который осуществляет непосредственное внесение графических данных, выполнена надстройка, при помощи которой он выделяет уже существующие объекты сети канализации, такие как колодцы и трубопроводы, либо отрисовывает новые, и создает учетную запись в корпоративной информационной системе SUBD Informix. Вот. Далее он выполняет поэлементное наполнение созданной учетной записи объекта, также заносит их технические характеристики каждого элемента, прикладывает соответствующую документацию, проектную и исполнительную. Далее пользователь системы, ответственный за эксплуатацию технологического объекта, имеет доступ к модулю, в котором внедрен ActiveX-компонент на основе ArcGIS Runtime SDK Funet версии 10.2.7. Собственно говоря, сам картографический компонент здесь. Это оболочка корпоративной информационной системе, где каждому пользователю доступен перечень определенных модулей, в которых он работает. И уже используя функционал, внешний функционал самой корпоративной системы и графические данные внедренного компонента, пользователь имеет возможность не только настраивать саму схему канализации в различных отображение схемы канализации в различных разрезах, цветах и прочего, то есть осуществлять поиск необходимых данных, только их выводить на предоставленную схему, да, фильтровать данные, но также формировать многостраничные схемы в требуемом формате, спецификации к данным схемам, также формировать технический паспорт по эксплуатации данного технологического объекта и прочую эксплуатационную документацию. Также пользователь в данной системе может при помощи выборок осуществлять формирование актов периодического осмотра и ревизии канализации трубопроводов. На основе этих актов в дальнейшем выполняется планирование ремонтных работ, формируется ремонтная документация, такая как дефектные ведомости и ремонтный паспорт на участок сети. И далее данные, графические данные нас участвуют в дальнейших автоматизированных процессах информационной системы. В качестве итога, соответственно, схема интеграции корпоративной информационной системы GIS после внедрения картографического компонента стала у нас выглядеть следующим образом. И таким образом в результате решения... Подводя итоги, я хочу сказать, что геоинформационная составляющая автоматизированной системы позволила эксплуатирующим службам использовать в своей работе удобный инструмент для организации планово-предупредительных работ, а также получения пространственно привязанных схем участков сетей канализации. Самое главное, специалисты получили возможность работать в привычном интерфейсе
с визуализацией тех данных, с которыми они привыкли работать на бумажных носителях и в корпоративной информационной системе. Спасибо за внимание.